Hello, my name's David Jeffries, and I look after international sales at Arma Home, specifically looking after Russia. Добрый день, меня зовут Дэвид Джеффрис, и я являюсь менеджером по международным продажам компании, английской компании Armor Home. And I'm here with our products Q Acoustics, which is represented in Russia by the distributor Home Sound. Я здесь для того, чтобы представить продукцию английской компании Q Acoustics, которую в России дистрибутирует компания Home Sound. Q Acoustics is a relatively young brand. It was founded 6 years ago in the UK, and all our design and engineering is takes place in the UK. Every loudspeaker we have ever made and launched is bespoke, so it's original. We make everything from scratch. We design everything from scratch. Ну, нужно сказать, что Q Acoustics – это относительно молодой бренд, ему всего лишь 6 лет. Вот. И что характерно, что особенно интересно, это то, что акустические системы Q Acoustics полностью разработаны в Великобритании. Вот. И они несут в себе оригинальную концепцию британского звука, что ли, можно так сказать. And we currently have in our range two product ranges within the Q Acoustics brand name. The first one is Q7000, which is a subset system. No, start again. Can we edit that out? The first one is the Q7000, which is a lifestyle product which comprises of left and right, which can be used as a stereo pair or with a subwoofer down here, and also as a 5.1 system. Ну, на данный момент в линейке Q Acoustics представлено два модельных ряда. В ассортименте Q Acoustics есть две линейки, скорее так, да. То есть начнем мы с представления с линейки 7000-й линейки. Это линейка лайфстайл акустических систем, которые, в принципе, можно использовать в качестве стерео, так и в составе системы окружающего звучания. Вот. Данная линейка состоит из сателлитов и сабвуферов. The other range of speakers that we have is the 2000i series, which were introduced in the fall, autumn of last year. Еще одна линейка акустических систем, это серия 2000i. When you introduced? In the autumn. Autumn this year? No, last year. Которую мы представили осенью. Окей. Которую мы представили осенью прошлого года. We have two stand mounts or shelf mounting speakers. Здесь есть, как вы видите, две напольных модели акустических систем. Ой, не напольных, а полочных моделей акустических систем. The 2010i and the 2020. And we have a floor. 2010 и 2020. Эти модели называются. Floor standard, which is a 2050i. Напольники 2050i. Center channel. Акустическая система центрального канала. And a subwoofer. И сабвуфер. The whole range is available in a choice of gloss black, gloss white, graphite, or walnut. Все акустические системы доступны в следующих вариантах цветов. Это черный лак, белый лак, графит, and this color? Walnut. И орех. Okay. We design our drive units ourselves, so we design our own tweeters, HF units, and bass drivers, and use a composite material for the bass drivers, which is very stiff. Ну, мы сами разрабатываем динамические головки, динамики наших громкоговорителей, как высокочастотный динамик, так и низкочастотный динамик, диафрагма которого изготовлена с использованием композитного материала. Our terminal panels are on the bottom. Панель, ну, клеммы для подключения находятся внизу. So that the user can hide the cables easily and they're not seen. Так что можно очень легко спрятать кабели, ну, скрыть их от глаз. Our distributor in Russia, and if you contact them, they will be pleased to put you in touch with your local dealer. Ну, нашим дистрибьютором на российском рынке является компания Home Sound, и я советую всем обратиться в данную компанию. Уверен, что они смогут
дать любую информацию, оказать консультации по любым вопросам, связанным с линейкой Q Acoustics. Thank you. Спасибо.